Могилевское агентство развития представить бизнес и вытворца у нашего региона у Бранску. Агентство пошло супрацовництво с Бранским областным бизнес-инкубатором. Нагадаем, что отповедная домова об супрацовництве была подписана на форуме «Межрегиональное супрацовництво Могилевской и Бранской областей у сферы молодежной политики у межах союзной державы». Сярод пунктов суместно распрацаванага плана и удел делегации Могилевской области у международной конференции по подтримці предпринимательства, якая пройдет у Бранску, а так само обмен делегациями. Как различают представники Могилевщины, суместная работа с Бранским бизнес-инкубатором даст новые возможности для бизнес-колов обеих помежных областей.